Всем привет! Сегодня у нас с вами колка. Начнется колка наша с Туркестана. Взбитые сливки. Вот такая красота. Небольшие глыбки. Видите, структура какая. Слегка рыхловатый пласт. Но колется очень легко. Сегодня мы с вами поколем то, что мне пришло с крайнего заказа. И то, что чистое. Так. Пишите, как у вас погода. У нас сегодня жарко, 26 градусов на один день, а потом опять дожди и опять будет холодно. Вот столько мы с вами покололи. Туркестан желтый, ну только кусочек, красавчик. Давайте начнем колоть. Все в разные стороны. Он такой пыльный, от него столько пыли. Так. Если вдруг вам слышно какие-то посторонние звуки, то прошу меня простить, так как у нас началось лето, так сказать, я не могу контролировать машины за окном, которые любят послушать громко музыку. Вот такой у нас красавчик получился. Туркестан желтый. Смотрите, какой он пыльный. Следующая у нас уйгурская. Он такой красивый. И смотрите, вот это угольные вкрапления. Вот это все нужно будет поколоть и зачистить. Вот так вот. Ой. Уйгурская серая, что и желтая, они слоистые. Сейчас я вам покажу. Видите? Но я скажу так, уйгурская серая, она чуть-чуть монолитнее, чем желтая. Видите? Но все равно слоистые. Вот так. Сильно крошить ее не буду, а такими кусочками мне будет удобно ее почистить. Туркестан белый 2, который плотный. Он зачищенный, так что его только поколоть. Что мы сейчас и сделаем. Очень пыльный, очень. О, с него прям летит все. Красавчик. Сильно я его раскалывать не буду. Он хоть и плотный, но все равно комфортный. Для зубов откусить, ой, как бы не составит труда. Но я его обожаю.
Смотрите, корешки. Вот и все. Корешочек достали. Колю для себя, так как я не люблю кусать от больших кусков. Для меня это очень неудобно, очень некомфортно. Туркестан белый 2 может иметь легкий незначительный скрип. Так, следующая у нас узбечка голубая. Я очень рада, что она пришла чистая. Но у меня тоже есть такой вот бзик. Я люблю чистить ее уже поколотую на маленькие кусочки. Так что я ее сейчас поколю, а затем я ее зачищу, так как мне так удобнее. Достала, зачистила несколько кусочков. Вот такая красавица. А почему нужно зачищать? Вот поэтому, вот видите. Потому что где будет не зачищена, она будет поскрипывать. Так что я ее сейчас поколю, а потом почищу. Вот видите, соль прям видно. Так, ну этот кусочек я колоть не буду. Маленькие кусочки я колоть не буду. Поколю совсем большие, которые. Сорт очень и очень плотный. Вот видите, я расколола. А потом вот эту вот часть просто зачистила, и все. Этот сорт очень плотный, и откусить от большого куска, ну, это просто нереально. И кто думает о своих зубах, я никогда не грызу узбечку от большого куска, потому что это чревато. Какой вредный, очень плотная. Ее молоток берет тяжело. А представляете, что с зубами будет? Все в разные стороны. Вот такие уже удобно будет кушать. Так, большой. Классный сорт. Узбечку я обожаю. И голубую, и розовую, и зеленую, и коричневую. Но зеленая тоже, вот она, один раз мне всего приходила не скрипучая. Ее найти не скрипучую сложновато. Она в основном всегда приходит скрипучая. Ну, по крайней мере, мне так попадалось.
а очень хочется ее купить не скрипучую. Вот, в принципе, и все. Узбечку мы покололи. Сейчас мы с вами поколем соленое озеро. Оно вычищено идеально. А вот Элен мы будем с вами зачищать и колоть в отдельном видео. Так же, как я стану. Вот такие вот глыбушки. Посмотрите, какая красота. Обожаю соленое озеро. Прям очень понравился мне этот сорт. Кажу тоже на удобные для себя кусочки. Продолжаем. Вот так, вот такие кусочки поколола. И на этом сегодня все. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.